-37 на градуснике. Пойдем заводить машину. Опять музыка сама включилась. Всю ночь играла, походу. Как завести машину? А не тролки она. Выжимаем сцепление. -37. Насос прокачал. И не крутите до конца ее. Надо, чтобы движок полегчал. Пару раз схватило, выключили зажигание. Второй раз. Сцепление держим. Опять выключили. Третий раз. Охренеть. Сколько на машине градусов? Тут 30. На градуснике 37. Сцепление отпускайте. Чуть-чуть вот поработал. И потихоньку отпускайте. Все. Завел я его, да? Лучше так заводить. Не надо его до упора крутить. Все, чай пошел до дома, попил. Нагрелся уже. Тридцатник сейчас до работы доеду. Там будет, наверное, 35, 100%. Потому что отсюда уезжаешь, если 15, да, на работе уже 20, пока едешь. Все, вот так можно машину завести легко. Любой мороз, мне кажется. Аккумулятор я не снимал никогда на машинах. Как стоит, так и стоит он. Кто-то домой таскает. Лучше на зиму поставить новый. Если у вас уже старенький, этот трехгодовалый, он берет еще без проблем. Нет, приехал на базу, тридцатник. То, что градусник показывает, 37, это не то что-то. Вот тоже тридцатник. Если по интернету смотреть, то 29. Вот правильный градус. На трех машинах проверяли одинаково. Вот чуть постоял, 32. У нас таких морозов, наверное, давно не было.